В Новотроицке прошло очередное заседание городского совета депутатов 6-го созыва, на котором было рассмотрено 12 вопросов. Все началось с вручения благодарности горсовета за многолетний добросовестный труд бывшему заместителю главы города Юрию Мацваю, который уволился с должности по собственному желанию в конце августа текущего года. Юрий Николаевич поблагодарил присутствующих за высокую оценку его труда и пожелал успехов в работе на благо города. За многолетний добросовестный труд благодарность городского совета депутатов муниципального образования города Новотроицк за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в развитие муниципального образования города Новотроицк Мацваю Юрию Николаевичу. Спасибо. Затем народные избранники приступили непосредственно к обсуждению запланированных тем. Например, мнения депутатов разделились по поводу выплаты премии, цитирую, «за выполнение особо важных и сложных задач работников ревизионной комиссии». Артем Жарко, зампредседателя городского совета депутатов, не поддержавший предложение, отметил, что в принципе он не против, чтобы люди получали премии, но попросил объяснить председателя ревизионной комиссии, что означают слова «выполнение особо важных и сложных задач». Разработано понятие, что такое особо сложные и особо важные задания. И, соответственно, на основании этих критерий производить определенные выплаты. Немало вопросов вызвал доклад начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта мэрии Антона Кацубы, который рассказал о подготовке городской инфраструктуры к зиме. Судя по предоставленным им цифрам, Новотроицк успешно справился с задачей, но не все депутаты разделили уверенность представителей муниципалитета. Так Андрей Мезенцев назвал справку формальной. У нас все готово. Дома готовы, теплотрассы готовы, все готово. Тепла нет, горячей воды нет. Паспорт готовности у нас есть на момент... Документы сданы. Что? Документы сданы. До 15 ноября у нас по законодательству должны получить. Ну, то есть, если у нас на 16 октября все было готово, у нас паспорт готовности тоже должен был быть там в течение недели, наверное. Его до сих пор нет. В ответ Антон Кацуба заявил, что в настоящее время управляющим компаниям города осталось отработать порядка 80 жалоб на отсутствие горячей воды и отопления. Остальные проблемы решены. Депутат Богдан Безруков скептически отнесся к словам Антона Кацубы и зачитал длинный список жителей домов, где долгое время отсутствовала или отсутствует в настоящее время горячая вода. Были вопросы у народных избранников к докладчику, который рассказал о проведенных в этом году капитальных ремонтах городских дорог.